В течение суток противник нанес 19 ударов, авиаударов, 39 огневых ударов из реактивных систем залпового огня. Ракетных ударов за прошедшие сутки не зафиксировано. Вероятность таких ударов остается очень высокой. Никто со стороны Российской Федерации не отказался от планов по захвату нашей территории, несмотря на потери как в технике, так и в личном составе. Основные усилия наступательных действий Российская Федерация или оккупанты сосредотачивают на четырех направлениях: Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьенко. Здесь ничего не меняется. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьенку. Ну, я уже сказал, что Бахмут опять пытались сжечь зажигательными боеприпасами. Но благодаря нашим силам обороны Украины за прошедшие сутки на всей линии фронта было отбито 49 вражеских атак. Ну, практически на этом участке. На остальных участках или оперативных направлениях фронта активных боевых действий противник не ведет. Тем более наступательных действий он не ведет. Вот. Только вот на этих четырех оперативных направлениях. По оперативным направлениям. Север у нас. Волынь, Полесье, Сивершина и Слобожанщина. Здесь никаких существенных изменений в оперативной обстановке нету. Все на Сиверщине и Слобожанщине продолжаются обстрелы нашей территории. За эти сутки пострадали все три области, которые граничат с Российской Федерацией: Сумская, Черниговская и Харьковская. Единственное, надо отметить изменение, это то, что в Курской и Белгородской областях Российская Федерация приступила к интенсивному строительству инженерных сооружений в плане оборонительных линий. Они делают то же самое, делают укрепрайон. Ну, в Белгородской области они уже давно этим занимаются, а вот сейчас, точнее, в Брянской они уже давно строили, но вот они сейчас начали в Курской и Белгородской. Там везут целые колонны грузовиков, везут бетонные блоки, везут бетонные доты, уже отлитые. Это то, что мы с вами видели, они везли на Херсон. Вот. И они все это вкапывают в землю, делают линии обороны. Я так понимаю, будут готовить. Ну, пока что там войск очень мало. Мы не видим там сосредоточения или увеличения количества этих войск. Но, тем не менее, фронт инженерных работ развернут довольно большой и довольно объемный. Посмотрим, что они там сотворят. Но в связи с тем, что Украина, мы не планируем захватывать чужие территории, нам, дай бог, вернуть свое и защитить его, а чужие нам не нужны. Ну, они пусть обороняются. Видимо, железный занавес будет опускаться, ну, он уже опускается с огромной скоростью, и еще и будет подкрепляться вот такими рубежами, укрепрайонами вдоль, наверное, всей границы Украины, российско-украинской границы. Далее, Кубинско-Лиманское направление. Здесь продолжаются локальные бои вдоль всей линии боевого соприкосновения. Артобстрелы с обоих сторон. Враг продолжает вести наступательные действия в Серебрянском лесничестве, в лесах в районе Кременной. Это единственное место на этих двух оперативных направлениях, где противник ведет наступательные действия. На всем остальном просто идут позиционные бои. Бахмут. Здесь продолжаются наступательные операции со стороны противника. Тяжелые бои за город продолжаются. За прошедшие сутки, вот я уже сказал, применили зажигательные боеприпасы. Враг продолжает давление в сторону железной дороги. Пытается выйти на железнодорожные пути. Идут бои за вокзал. Но успеха в штурмовых действиях за прошедшие сутки противника не отмечено. Единственный успех, где был отмечен, это в телеграм-каналах российских пропагандистов. Там они уже все давно взяли.
И, а на самом деле бои идут очень ожесточенные, и не за прошедшие сутки внутри города продвижений со стороны российских войск нету. Мы удерживаем те позиции, которые были на еще позавчера. Также было несколько попыток со стороны московитов, было несколько попыток улучшить свое тактическое положение у Белогоровки. Безуспешно. Противник попытался атаковать в окрестностях Богдановки и Предтечья. Тоже безуспешно. Так что положение в Бахмуте хоть и тяжелое, но будем так говорить, за прошедшие сутки в городе и на оперативном направлении Бахмута существенных изменений не произошло. Противник успеха не имел нигде, ни на одном участке этого фронта. Несмотря на то, что они там все усилили, усугубили, увеличили, привезли резервы, зажигалки применили, но это не повлияло на ситуацию на фронте. Авдеевка, Марьянка. Здесь противник подтягивает резервы и пытается закрепиться на трассе к западу от Новобахмутовки. Вот здесь продолжаются бои в Первомайском и в Марьянке. То же самое отмечаем, что за прошедшие сутки противник успеха не имел. Возле Угледара московиты пытаются возобновить штурмовые действия. Они свозят туда личный состав и пытаются сформировать какое-то ударное подразделение, но на пока все это выглядит, будем так говорить, сыро и непонятно. И на сегодняшний день никаких наступательных действий или штурмовых действий в районе Угледара пока не проводят. Только формируются и пытаются готовиться к штурмовым действиям. Шахтерское направление. Здесь все без изменений. В позиционные бои и обмен артиллерийскими ударами. Запорожское-Херсонское направление. Тут противник продолжает оборонительный характер действий и строит укрепления, строит линии обороны. Идут артиллерийские дуэли, особенно на Херсонском направлении через Днепр. Продолжает обстреливать наши города и населенные пункты. Мы отвечаем, пытаемся вести контрбатарейную борьбу и предотвратить или не допускать огонь артиллерии противника по нашим населенным пунктам. Насколько это получается, довольно тяжело. Я уже объяснял, но тем не менее наша артиллерия старается. Как вывод, за прошедшие сутки можно сделать по оперативным направлениям следующее, что глобальные изменения за сутки не зафиксированы. Оккупанты продолжают постепенное и бесперебойное привлечение резервов на многих участках фронта, то есть они везут сюда резервы. Самая тяжелая ситуация сейчас в Бахмуте, в Кременной, в лесах возле Кременной и на северном фланге Авдеевского выступа. В Марьинке стабильно тяжелая ситуация. Там идут ожесточенные бои. Вот такой вот вывод можно сделать в общем по обстановке на всех оперативных направлениях. Также по оккупированной территории. Здесь Российская Федерация делает упор, я уже говорил, и это все подтверждается. В плане того, что они там пытаются оформить Российскую Федерацию. Именно оформить. Вот этим вот принуждением к паспортизации заставляют людей перерегистрировать. Сейчас уже добрались до машин. Заставляют перерегистрировать свои транспортные средства по российским правилам на российские номера. И это требует от владельцев автомобилей, требует российского паспорта. Иначе они не перерегистрируют машину. Также мероприятия по ускорению выдачи российских паспортов. Департамент миграционной службы Российской Федерации, как сообщается, работает 7 дней в неделю, то есть без выходных. Приоритет отдается госслужащим и военнослужащим, особенно вот этих мобилизованных, которых понабирали
на ранее оккупированных территориях. Вот им отдается приоритет. Их в первую очередь заставляют получать паспорта. Ну, в принципе, вот мобилизованных, я бы сказал так, что те, кто хочет, уже поздавались в плен, видимо. Остался костяк, который готов предать или предал Украину и воюет на стороне Российской Федерации. Поэтому они, может быть, по ускоренной процедуре паспорта и получают. Понимая, что с оружием в руках они уже совершили уголовное преступление, которое будет покарано согласно украинскому законодательству. Ну и, конечно же, в завершении военной обстановки в качестве итога за прошедшие сутки мы говорим с вами о урожае, который собрали силы обороны Украины. А именно за прошедшие сутки, по данным нашего генерального штаба, силы обороны Украины уничтожили до 500 человек личного состава, это батальон, 4 танка, 16 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 3 единицы автомобильной техники и 1 единица специальной техники. Вот такой вот урожай. Еще минус один батальон из состава вооруженных сил Российской Федерации, из состава оккупационных войск.